Сегодня не стало писательницы Татьяны Москвиной, супруги ведущего Первого канала Сергея Шолохова. Женщина скончалась после перенесенной операции. О трагедии сообщил сам 63-летний вдовец в соцсетях. Сегодня в больнице СВ. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина, сообщил Шолохов. У редактора отдела культуры еженедельника «Аргументы» недели осталось двое сыновей. При жизни журналистка выпустила около 20 книг и несколько сборников пьес, которые ставили в московских и петербургских театрах. Также она вела телепередачи и программу «Москвинские новости». Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!